Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Владимир, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим 210-м праздником Вознесения Господня. Смысл праздника настолько велик, что рассказать о нем в нескольких словах невозможно. Святые отцы по-разному трактовали это событие, но большинство из них в связи с праздником Вознесения говорили о человеческой плоти. И это не случайно, потому что Господь вознесся на небо с человеческой плотью. И поэтому не случайно сегодня мы слышали два повествования. Одно апостольское из книги «Деяний апостольских» о событии Вознесения. Книга «Деяний» была написана апостолом Лукой. И евангельский отрывок также из Евангелия от Луки. Но в этом евангельском отрывке, помимо рассказа о воскресении, содержится повествование о явлении Христа воскресшего ученикам, как смутились они, увидев Господа и Спасителя, думая, что это Дух. И для того, чтобы доказать им, что Он не Дух, Он говорит простые человеческие слова: «А у вас здесь поесть что-то есть? Дайте что-нибудь покушать». И дали ему кусок рыбы и пчелиный мед. И он ел пред ними. Значит, тело, в котором воскрес Спаситель, тело, в котором он проходил через стены, тело, которое не подчинялось физическим законам бытия, тело, которое одномоментно присутствовало в разных местах, в том числе в Палестине и в Иудее, это тело было способно вкушать пищу. Другими словами, это наше человеческое тело, которое после страданий Христа Спасителя и после Его воскресения освобожденное от всякого тления и всяких последствий греха, бывших в народе человеческом в течение всей истории, его тело преобразилось. И с этим телом, с этой плотью он возносится на небо. И вот как замечательно об этом говорит святитель Иоанн Златоуст: чудо, удивительное дело, наша плоть сидит на небе и удостаивается поклонения ангелов и архангелов, херувимов и серафимов. Да, действительно, это наша плоть. Это человеческая плоть. Это разум, воля, чувства. Это все то, что присуще человеку при его земной жизни. Все в этой плоти ныне восхищено через вознесение Господня в славу Святой Троицы. И эта плоть пребывает в том параллельном мире, которое в Слове Божьем называется Небесным Царством. Конечно, это непостижимо для восприятия человека, не имеющего веры, потому что тот, кто не имеет веры, он требует доказательств. Ему надо потрогать, обонять, осязать, увидеть. А пребывание Спасителя там, в Небесном Царстве, с человеческой плотью, вне опыта людей, невозможно ни увидеть, ни потрогать, ни обонять, ни почувствовать. Но мы имеем ясное свидетельство самого Бога о том, что так оно и есть. И поскольку помимо таинственного, мистического смысла
в событии Вознесения есть реальный факт, запечатленный святыми апостолами. Они видели, как Спаситель восходит на небо, и увидели двух мужей в белых ризах, которые спросили их: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, который ныне восходит на небо, также явится вам». И вот этой верой в скорое возвращение Спасителя была наполнена вся жизнь апостолов. Первоначально думали, что Он явится буквально скоро, через несколько дней, может быть, через небольшое количество лет. И потому так напряженно было ожидание второго пришествия в первом поколении христиан. Но прошло это поколение и много других поколений, и Христос не является, потому что Он явится миру в том самом человеческом теле, в котором Он вознесся на небеса, в тот момент, когда это будет угодно Ему. И этот момент скрыт от нас. И никто не знает, когда это произойдет, хотя Господь, еще будучи на земле, говорил об знаках и событиях, которые предшествуют Его второму пришествию. И люди мудрые, способные воспринимать историю и происходящее вокруг с этой эсхатологической перспективы, могут видеть определенные знаки того, что Господь в любой момент может прийти. И если есть нечто удерживающее, что сохраняет мир от пришествия тотального зла, от порабощения всех людей тотальному злу, то это удерживающее ведь от человека, а не от Бога. Апостол Павел прямо сказал: есть нечто удерживающее. Он не сказал, что Бог удерживает. Значит, Бог через земную жизнь людей, через их работу, через их усилия, через их молитву, через их духовный подвиг, через сохранение добра в этом мире, удерживает от пришествия зла. Когда святитель Иоанн выразил это восторженное речение о человеческой плоти, которая сидит на небесах, то затем в другом месте он разъясняет, о какой плоти идет речь. Конечно, не о нашей обычной человеческой плоти, омраченной грехом, а именно о человеческой плоти воскресшего Спасителя. Потому что Спаситель не только подвигом жизни своей, страданием, смертью и воскресением своим, но и особым подвигом всей своей жизни здесь на земле, не только искупил человеческий грех пред лицом Бога Отца, но Он восстановил в самом себе падшую природу человека. И вот так и говорит святитель Иоанн Златоуст: Христос вернул прежнее достоинство человеческой природе, освободив ее от власти дьявола. И вот эта освобожденная от власти дьявола природа и не омраченная никаким грехом, потому что Христос не совершил ни одного греха и была восхищена в славу и тайну Святой Троицы. А что это для нас означает? Для нас праздник Вознесения – это великий праздник надежды. Во-первых, на то, что как Христос
вознесся на небо с плотью, так в какой-то момент и мы, по крайней мере, все призваны там, в том мире, явиться во плоти, что будет означать жизнь в новых условиях, о которых сказано в Слове Божием, и будет новое небо и новая земля. И та же самая человеческая плоть, очищенная от греха, силой Божью, Его благодатью, будет пребывать в том новом мире, которому не будет конца. И вот для того, чтобы мы могли воспользоваться той божественной милостью, которая явлена нам в Иисусе Христе, который искупил наши грехи и преобразовал нашу плоть по закону первозданному, тому самому, который и был положен в основу бытия всего космоса и рода человеческого. Вот и мы можем быть приобщены к этой обновленной человеческой природе. Но для этого нужно, чтобы и мы прошли часть своего пути. Господь ее прошел. Он пострадал, умер, воскрес. А мы, обладая этой божественной, очищенной человеческой природой, не должны омрачать ее грехом, не должны ее разрушать. Мы должны образ Божий, запечатленный в этой природе, развить в богоподобие. Вот это смысл нашей жизни. И потому, может быть, самый главный вывод из сегодняшнего дня. Мы должны сторониться греха, уходить от него, преодолевать его усилиями своей воли, своей мысли, молитвой, приобщением святых Христовых таинств. Мы должны преодолевать слабости свои для того, чтобы грех не разрушил это первозданное достоинство нашей человеческой природы, которое освобождено во Христе от власти дьявола, но не освобождено от нашего свободного произволения. Празднуя великий праздник Вознесения, мы устремляемся мыслями в это таинственное будущее, когда будет Бог всяческое во всем, когда придет новое небо и новая земля, и когда люди, которые в этой земной жизни были способны побеждать грех, творить дела милосердия и правды, вместе со Спасителем будут там, в этом для нас таинственном параллельном мире, который мы именуем Царствием Небесным. Аминь. С праздником поздравляю вас!